Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı. Azərbaycan münaqişəni hərbi yolla həll etdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının videokonferans formatında keçirilən iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev belə deyib. Dövlət başçısı ölkənin sülh sazişinə dair danışıqlara başlamağa hazır olduğunu da vurğulayıb. Соответствии с международными конвенциями эти диверсанты не могут считаться военнопленными. Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс.